Всем привет, друзья! С вами Наташа, рада вас приветствовать на своем канале. Так, и засниму, что я сегодня готовила. Вот такой у меня супчик рыбный из консервы, которые я готовила. У меня есть рецепт на канале. Так, вот такой вот он. Добавила только картошку, перловку, консерву и томатный соус, соль и перец, и лаврушку. Все это закипятило, поварила, так как перловка долговато варится. И суп у меня готов. Вот такой супчик. Дальше, на второе. На второе у меня в мультиварке солдатская каша, мы так ее называли. Каша из пшена. Вот она. Так, сейчас, это лаврушечка. Вот так выглядит. Каша из пшена с тушенкой, зажарена морковкой и с луком. Получается, я засыпала пшено, кинула сюда тушенку, из тушенки жир слила, зажарила на нем морковку с луком. Потом это все сюда выкинула, добавила соль, перец, лаврушку, залила водичкой, и такая кашка у нас получилась. К каше у нас салат, уже тут осталось мало, салат с пекинской капусты, пекинская капуста, помидор, лук, сыр, ветчина, сухарики еще поджаренные на сухой сковородке и заправлено все майонезом. Вот такой салатик. Так, на десерт у нас вот такая запеканка. Она творожная, такая, как вот давали раньше в садиках. У меня тоже рецепт есть на канале. Ну, Маша у меня запеканку не любит. Запеканку у меня ест Антон, Даша и муж. А Маша любит сладенькое. Ну, и Даша не прочь. Сделала еще тортик вот такой из печенья. Прослоила взбитым творожком с сахаром, со сметаной. И полила шоколадной глазурью. И посыпкой посыпала. Он пропитается, уже будет на утро. Все, и ко всему этому чаек и березовый сок. Так что я все это наготовила и спокойно пошла работать на огород.